Какие условия созданы в Чистополе для бизнеса и насколько население осведомлено о полномочиях Федеральной антимонопольной службы, выясняет в процессе рабочей поездки ее представитель Андрей Розенталь. На площадке индустриального парка он знакомится с особенностями производства обувной фабрики и тепличного хозяйства, осматривает продукцию, общается с властями и предпринимателями муниципального района, оценивает, как налажено их взаимодействие и насколько эффективно выполняется на местах антимонопольное законодательство. Через трудности двигаются к развитию производства. В сегодняшних непростых условиях это особенно актуально. Поэтому я, в общем-то, считаю, что вопросы, которые здесь стоят по развитию экономики, они решаются. Какие-то проблемные вопросы возникают к нам или к Министерству экономики. Мы совместно это обычно отрабатываем, решаем. Что такое конкуренция? Как мы с вами ее представляем? О важности конкуренции для развития экономики говорится даже с детьми. На открытом уроке со старшеклассниками в первом лицее идет разбор терминов «монополия» и «конкуренция». Андрей Розенталь объясняет учащимся, необходимо владеть такой информацией с юношеского возраста и уже сейчас понимать, с какими ситуациями, происходящими на рынке, можно столкнуться в будущем. Это же наше будущее. По большому счету мы закладываем такой действительно фундамент для того, чтобы в будущем не было тех проблем или снизить их, как-то нивелировать. Вот. И чтобы, конечно, многие вопросы экономического развития страны решались более успешно. Контроль за обеспечением равных условий доступа на рынок – задача антимонопольной службы. А цель поездки – донести это до населения, провести разъяснительную работу на местах и помочь в решении проблемных вопросов. Такие встречи проходят в каждом муниципальном районе.